Всем привет! Сегодня мы построим робота-коробку. Я уже снимал видео про робота-коробку, но его пофиксили. Я его усовершенствовал, и теперь он хорошо работает. Ссылка на видео со старым роботом-коробкой есть в описании. Если хотите, можете посмотреть. Перед тем, как начать туториал, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. И если вы еще не взорвали кнопку подписаться, то давайте это сделаем прямо сейчас. Особенность этого робота в том, что он умеет трансформироваться. Это происходит, если нажать на кнопку сзади. Сейчас давайте еще немного посмотрим этого робота, а потом я вам покажу, как его построить. А сейчас время туториала. Робот-коробку мы будем строить из пластика. Поднимаемся на небольшую высоту и там строим квадрат 4 на 4 блока. Спереди мы сделали вот такое отверстие, его заполняем стеклом. Обратите внимание, крыша должна быть немного задвинута в стенки. Сзади отступаем полблока и там ставим поршень. И также делаем с другой стороны. Их длину ставим на 8 и активируем. Здесь строим руки, как показано на видео. Сначала ставим сервоприводы. Теперь пластик. Под пластиком ставим по одному поршню. Их длину ставим на 5. Активируем. Продолжаем здесь строить руки. Внизу ставим поршень и наверху. Их длину ставим на 8. И активируем. Должно получиться вот так. Наверху строим голову. Строим глаза, я их буду делать из неона.
Делаем их максимально тонкими и сдвигаем внутрь, чтобы они не отвалились. С головой закончили, теперь переходим к нижней части. И здесь строим ноги, как показано на видео. У поршня длину ставим на 5. Строим ноги и ступни. Сейчас мы построим опоры, чтобы робот у нас не переворачивался. Выделяем все розовые блоки и включаем у них прозрачность на 100%. Удаляем из выделения выпирающие блоки и у всего этого отключаем коллизию. Теперь строим опоры, чтобы при трансформации робот превращался в маленькую летающую коробку. Под этим пластиком, который я поставил, ставим блоки титана. Это нужно, чтобы он не переворачивался. На рулетке ставим 3 единицы и расширяем в обе стороны. Чтобы они не касались сервоприводов, нам нужно их сделать чуть потоньше. Выделяем все это, включаем прозрачность на 100%, отключаем коллизию. У титана включаем коллизию. В кабине ставим кресло пилота. Выделяем все поршни и отвязываем их от кресла. Сзади ставим кнопку, к ней привязываются все поршни. Сзади ставим мотор. Отвязываем его от того, к чему оно привязалось, и наверху ставим кнопку, к ней привязывается мотор. У мотора отключаем коллизию и включаем прозрачность на 100%. У передних стенок отключаем коллизию, это нужно, чтобы мы могли туда зайти. Теперь выделяем все механизмы, которые выделяю я, и отключаем у них коллизию. У сервоприводов, которые стоят на ногах, крутящий момент ставим на оранжевый. Сохраняем, отключаем фиксацию, залезаем и можно проверять. Если нажмем на задний рычаг, то мы трансформируемся в коробочку. Если на кнопку, то мы едем. Еще раз нажмем, и мы трансформируемся. Такой вот получился робот. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока.